Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон, и я Эдуард Петер. И у нас хорошая новость. Арбузы подешевели, очень сильно подешевели. Стали стоить центы килограмм. Я думаю, что в России еще до этого не дошло. Но заранее. И, понимаете, у меня вот сегодня такая хмурая погода совершенно. Здесь это не видно, камера как бы немножко осветляет. Но я подумал, а почему бы не использовать новый такой способ? Дело в том, что я сейчас объясню. Вот возьму камеру и объясню. Я все время хотел, чтобы у меня подсвечивались вот эти листики всякие разные, да? То есть вы видите, свет их как бы пробивает насквозь. Это мне часто приходилось делать в фотошопе. И поэтому я решил сегодня попробовать. Я открыл окно. Ну, в общем-то, 16 градусов, не так уж мало. И положил кусок пенопласта один и поставил такую композицию. Арбузная смузи называется. И вот сейчас я буду ее фотографировать. Для пущего эффекта я сейчас загоню этот свет сюда еще побольше. Вот так. Если мне нужно будет кружечку, то я, в принципе, здесь могу черную полоску сделать. Но я думаю, что не нужно в этом случае. Я сейчас просто поставлю камеру и сделаю стекинг, потому что я хочу, чтобы у меня от начала до конца было резко. Ну, не хочу я художественной размытости. Арбуз хочу показать, его структуру. Поэтому начинаем. Для тех, кому не знакомо слово стекинг, у нас за 2,5 года уже давно знаешь, что это такое, да, но именно для тех, я напомню, стекинг это не что иное, как делается несколько кадров, то есть фокусируется сначала на самом ближнем предмете, там в этом случае у меня этот листочек, да, и потом я фотографирую, убираю автофокус и уже вручную делаю слои. Я поворачиваю так объектив аккуратно, там буквально там, я не знаю, доли миллиметра, да, вот, и фотографирую кружку, потом фотографирую дальше, и дальше, и дальше, делаю порядка, ну вот на этом натюрморте, чтобы все было резко, мне надо 4 фотографии, которые я потом в фотошопе сведу вместе и обработаю. Стекинг. Так, начинаем. Вот я на первом листочке, вот я убрал автофокус и теперь двигаю потихоньку на кружку, на мяту и теперь на арбуз. Вот так, 4 фотографии мне вполне должно хватить. Ну а теперь фотошоп. То есть вот обратите внимание, что листья идут на просвет и как только мы поставим здесь вот эти, то и весь натюрмортик у нас начинает светиться. Отлично. Я сейчас буду работать в фотошопе, и чтобы звук немножко был лучше, я знаю, что вас забодало это эхо, но я ничего сделать не могу, потолки очень высокие, и сделать здесь обивку звукоизоляционную, как бы мне не с руки, это все-таки комната, зал. Так вот, поэтому, когда я здесь записываю, у меня есть вот такой микрофончик, и он делает немножко лучше. Вы сейчас убедитесь. Так, я открыл Adobe Bridge, и вот смотрю последнюю свою картинку. Так, это... Видите, чуть-чуть, и уже листья повяли. Хорошо, что я заметил, поставил новый. Вот так. Ну, давайте его откроем сейчас в конвертере и посмотрим, что мы тут можем сделать. В общем, освещение прекрасное, ребят. Понимаете, вот как раз то, что я хотел. Вот листья на просвет, да? Я сейчас попробую, конечно, на контрасте еще поиграть. Ну, не знаю, нужно ли это. Так, динамику еще чуть-чуть поднять. Динамику. Вот. Так, да, но тогда арбуз становится кроваво-красный, это я не хочу. Так, я сделаю по-другому, я сейчас возьму вот этот инструмент и скажу, что мне нужно немножко побольше света вот сюда, на эту шмузю.
Вот так. Больше мне не нужно. Нет, там нет. Там нет. Вот. Все, что мне нужно. Видите, как, ребят, как просто все и вкусно. Да. Открываем. У нас получается сразу красивая картинка на сток. Все натурально, все чисто, красиво. Я недаром сказал, что я не хочу ставить сюда черный, да, видите. Он так сам по себе очень красиво выделился. Здесь белый от отражателей, а здесь зеленый от листочков. Ну, мне очень нравится. Причем четкость на этом месте, где я снимал, смотрите, трубочка, все ее ребрышки даже видать. Вот. То есть Nikon в сочетании с сотым объективом, в общем, вне конкуренции. Не знаю, вот тут у меня есть волосок такой какой-то. Ну, давайте его уберем, что он тут будет делать. Так, тем более, что время есть у нас. Вот так я взял вот этот инструмент, который линии проводит, регулятор, так. И вот я сейчас пройду. Я надеюсь, что он быстро все это уберет. Да, вот, порядок. Отлично, ребят. Последнее, что я сделаю, это добавлю сюда немножко резкости. Совсем немножко, скажем так. Вот, все. Это видно, что это арбуз. Прекрасно. И арбуз на этот смузи. Все, можем это дело сохранять. Ну, вот она, наша смузи. Получилось, вы ее видели, не буду еще раз показывать. Хотя вот ту большую покажу, она мне понравилась самому. А, то есть вот это видео, вот эта проба показала мне, что как раз вот я этим не пользовался, ребят. Я всегда, помните, я стоял сбоку, так? И потом мне пришла такая мысль, у меня окно большое, а почему туда не выставить? И сразу принять этот свет на себя. И все получилось. И все получилось, я буду теперь часто этим пользоваться. Ну и надеюсь, что и вам этот способ понравился, и вы ему последуете. Так, на этом, кажется, все. Всего вам доброго, дорогие друзья. Пока.